Новая роль Эдама Сандлера, точнее его голоса. В ленте также звучит голос Селены Гомес, а еще в их компании Кевин Джеймс. Все тот же Дракула, только на этот раз место действия – пятизвездочный отель, а время действия – почти что современность. Премьера ленты только что состоялась в Лос-Анджелесе. Letting your own daughter out there with those horrible humans you always tell us about? That's why you built this place. They hate us. They're vicious. Нас, разумеется, встречают, показывают картинку, на которой изображен тот или иной персонаж, так что требуется очень быстро понять, как вы будете его озвучивать и какой требуется тембр, какие интонации. Мне моя героиня приглянулась сразу же. Okay, honey, be safe. Bring one. Помимо Дракулы, в ленте есть еще и Франкенштейн не один. У него есть жена. А еще есть мумия. Режиссер фильма собрал всех наиболее известных киномонстров. Мне предложили роль волчицы. Она, как я думаю, очень милая. У нее масса слабостей и недостатков. Но ее обаяние перекрывает все. Чем хороша озвучка, тем, что дает абсолютную творческую свободу. Ты не скована ничем, ты играешь как ребенок. Это новое для меня ощущение в профессии. Мне это все пригодится в будущем. В США лента выходит на экраны в эти выходные. Начало проката в России запланировано на 18 октября. I'm 118 years old. Don't give me the pouty bad face. This is Hotel Transylvania. All of our monster friends are right here. The mummy. Wayne the wolf. Yeah, it's a mess back there. And your Uncle Frank's dropping in too.